Всем привет, с вами Бог 10, и сегодня я буду играть в игру под названием Neon Playground. Ну а точнее, я буду сегодня, как сказать, испытывать все оружия. То есть вот эти вот оружия, все, за это только. Ну и мы начинаем. Конечно же, самое простое оружие – это нож. Блин, я на самом деле это случайно сделал, но, короче, что, Мелону пофигу? Нет, все, Мелон умел. Ну, короче, нож – опасная штука. Ну и следующий. А следующее у нас такой меч. Следующий, точнее. Блин. Все, ну, окей. Блин, его тут новато втукнуть. Дубль 2. Я забыл, что я играл на этой карте. Ну, я случайно нажал. Ну, короче. Ну нет, в принципе, пусть далеко не пофигу. Она на грани вымирания. Ну все, короче, кукуруза умерла. Ну и следующее оружие. Ну и следующее у нас, это я буду втыкать вот это вот в кукурузу. Это, если что, нормальная кукуруза. Ну, начинаем. Ты-дыщ. С одного удара просто. Наперекосяк, ё-моё. Короче, кукуруза умерла. Всё. Из-за этой штуки. Ну, короче, следующее. А уж следующее у нас это меч. Это последнее оружие из раздела острые. Ну и, собственно, ну, Мелон как бы не умел. Но я ему на самом деле сделал один удар, и короче, он умел. Кстати, пока мы с этим мечом, я хочу кое-что побить. Если меч коснется этой штуки. Понятно. Ну, следующее оружие. Это у нас самое первое оружие из раздела Блунт. Это вроде как тяжелые. Ну, типа такие. Тяжелые оружие. Ну, и это у нас какой-то молот. Но он, если что, не острый. Ну, и начинаем. Ну, я не понял, что с Мелом... Ой, с яблоком это случилось, но в принципе неплохо. В принципе неплохо. Кукурузу помолочь... Ой, яблоко помолочь можно. Ну, короче, следующее... Ну, и следующее оружие, это у нас такая штука. Это типа такой шарик острый. И он цепью прикован к ручке. Я знаю такую штуку, но она на самом деле болезненная. Так вам скажу. Раз. Блин, я помахнулся. И что? Все, он умер. Он закрыл глаза и умер. Все, можно его отправлять в помойку. Ну, и тебя тоже отправим. Так вот, следующее оружие это наша бита. Ну, я говорил, что тут тяжелое оружие, так что они, в принципе, все, наверное, будут убивать. Блин. Наверное, я переборщил силой. Давайте заново попробуем вот на тыкве.
Понял, в замедленной съемке можно попробовать. Ну, короче, видимо, бита такая. Болезненная очень. Ну, переступаем к следующему оружию. А следующее оружие у нас такое. Помните вот эту вот штуку? Вот они очень сильно похожи. Но вот эта вот штука, она не на цепи. А эта штука на цепи. То есть, чтобы доказать, вот, как бы она не цепка, а вот как бы она цепка. Ну, короче, начинаем исследовать, что лучше, то уже или это. Простите. Лен, ими как-то сложно немножко управлять. Если я прибавлю, то просто... Я даже... Блин, ну я... Сейчас. Подождите. Просто тут не помехи. Ну как бы... Я согласен, немного переборщил. Но... Все-таки так мощновато, в принципе. Смотрите, он шевелится. И говорит да. Ну правда... Вот, смотрите. Короче, следующее оружие. Следующее оружие у нас такое необычное. То есть, как бы, оно не тяжелое. Но хотя, нет, если что тяжелое, это, ну, не 5 там килограмм, а просто такое. Чем можно ударить, и все, тебе конец. Это не сказать, что такое. Это типа заморозка, то есть, смотрите. И все. Заморожен. Если не видите, то вот я сейчас поставлю обычное яблоко. Ну или давайте мелон. Ладно, чтобы вот вы прям поверили, я поставлю такое же яблоко. Яблоко я уроню. Ну, блин. И оно встает. А это я уроню, и оно просто как-то не встает. И на самом деле его вроде как даже можно отогреть. Сейчас. Секунду. Ну его как-то, короче, наверное, можно заморозить. Я не знаю, может чай? Чаем? Тут есть тибокс. Это, ё-моё, тупая реклама. Тут есть тибокс, вот эту. Но как бы все-таки не помогло. А если много тибоксов заспамнить? Это если что чай. Так. Ну нет, не он просто у нас... Ой, яблоко просто портится. Я не знаю, как, короче, с ним делать. Вот, он просто застыл и упал опять. Резкими движениями можно его, ну, немножко так пошевелить. Ну, вот. Блин, какая прикольная поза. Ну и следующее. Следующее оружие, это оружие из раздела тоже острые, но как бы не такие острые. То есть не все. Ну, первое, это обычный топор. И тыдыщ. Ну, кстати. Все-таки не сразу, но кукуруза умела. В принципе, мощное оружие. Вау. Кстати, что случилось с тем яблоком, я покажу в конце. Так что досматривай до конца. А, ну, следующее оружие. Следующее оружие, это у нас такой двухсторонний топор. Я не знаю, как это правильно называется. Но, кстати, тут, если что, два топора. Я решил просто тупо два топора не использовать. Вот первый топор, там вы можете посмотреть, Акаса, Акаса. Два просто одинаковых топора. Ну, может, какой-то чуть потемнее, но я не вижу вообще разницы. Ну... Вот, будем сейчас проверять вот этот вот. Yes. Ну, слушайте, как-то... Все понятно. Убивает со второго раза. Ну, следующее оружие.
Следующее оружие это у нас килка. На самом деле, я не знаю, вот мне просто интересно, она втыкается или просто вот как тяжелое оружие, ну, расфигачивает просто все. Давайте попробуем уже сразу. Ой, подождите, она воткнулась или нет? Мне просто вот там прям очень интересно. В принципе, в реальной жизни она может воткнуться. А, ну да, кстати. Блин, как это прикольно выглядит на самом деле. Ну ладно, следующее оружие. Ну и следующее оружие, а точнее уже последнее оружие. Вот, это последнее оружие на сегодня, все. Это бензопила. На самом деле, как по мне, это самое страшное оружие. Давайте проверим. Как бы включаем. Блин, ее даже держать немножко слышновато. Значит, она уже убила яблоко, но я просто хочу показать, что она может делать. То есть, как бы вы понимаете, да, что это такое. Она просто до костей. Вот, пожалуйста. То есть, например, если мы сейчас этого чела оживим, вы посмотрите полностью, как он выглядит. Но если что... Да что? Почему у меня вечно вылезает какая-то реклама? Идите нафиг. Ну так вот. Это, если что, я его специально оживил. То есть... Чисто наполовину желтый человек. А, и напоминаю, это было яблоко. Как бы по луке все-таки видно, но я просто напомню. Ну, отличие, мне кажется, понятно. Вот нормальное яблоко, а вот ненормальное яблоко. Все-таки эта штука мощнейшая. Но... На этом мой ролик заканчивается. Ставьте лайк, если вам понравилось. Если вам вообще нравится студия. Ну, как бы не студия, а... Как бы правильно назвать. Короче, давайте программа, в которой я оценяю вещи в меме Playground. Тут, конечно, я не совсем оценял, то есть... Тут я просто вот осуждал их. Ну, не осуждал, а описывал. Ну, как бы, ничего страшного. Ну, ладно, спасибо за просмотр. Всем пока.